итальянского в скобках испанского фехтования. Олег Мальцев. Введение. Как автор данного труда поставил я перед собой откровенно непростую задачу – написать фундаментальную работу по фехтованию. Однако прошу обратить внимание, сейчас в ваших руках необычный учебник. История воинского искусства сохранила немало работ выдающихся маэстро фехтования, военных деятелей и ученых, оставивших свои знания на страницах трактатов, начиная с далекого XVI века и на протяжении долгих веков завоевательных войн по всему миру. Мы искали и нашли подавляющее большинство этих работ и перевели их на русский язык. Ознакомиться с ними свободно может каждый пытливый ум, желающий постигать науку фехтования или просто интересующийся этим явлением. Пытаться превзойти данные труды – задача неблагодарная, да и не имеющая должного смысла. Я же решил описать прикладной аспект истинного испанского фехтования дестрезы в неаполитанском варианте. Как сказано в одном из трудов рыцаря Ордена Святого Сантьяго, военного писателя, мастера фехтования Франциска Лоренца де Рада, фехтование есть наука, доведенная до уровня искусства. Именно об этом мы будем с вами говорить на страницах данной книги, уважаемый читатель. Ну что ж, перейдем, пожалуй, к главной теме книги. И начнем с названия – Уроки итальянского перечеркнуто испанского фехтования. Как вы понимаете, в этом нет ошибки или недоразумения. Название точно передает посыл, который я вкладываю в смысл книги. Дело в том, что Италия, как отдельное государство, королевство, было основано в 1861 году. С того момента так и не смогло отличиться выдающимися победами и достижениями. В первую очередь нас интересует вопрос достижений в сфере воинских искусств выраженных в победных сражениях. А в этой плоскости, увы, Италии гордиться-то и нечем. Достаточно хотя бы вспомнить или ознакомиться, кто не знаком, с миниатюрой Пикуля «Гусар на верблюде», поведавшая о том, как тяжело вооруженное итальянское государство проиграло войну неприятелю с примитивным оружием. Вчитаемся в те строки. Победа при Адуа. Как мы гордимся битвой при Полтаве, а немцы гордятся седаном – так и абиссийцы эфиопы славили сражением при Адуа, удивившим весь мир. Босоногая армия Негуса Менелика, вооруженная луками и стрелами, учинила разгром итальянской армии, и в Европе политики поняли, что нет, не вся Африка им покорна. Это случилось в 1896 году. После битвы при Адуа в Адис-Абебе скопилось множество раненых, а лечить их было некому. Менелик II просил помощи у Петербурга, и он прослал миссию Красного Креста, а чисто медицинская помощь России имела значение военно-политическое. Но еще в пути русская миссия известилась, что итальянцы, обозленные своим поражением, не позволяют ей высадиться в африканском порту Массауа. Зато французы сами предложили свой порт Джибути. Впечатление, произведенное в Италии этим небывалым поражением, было громадное. Вечером 3 марта во всех больших городах королевства произошли народные демонстрации – которые в Милане сопровождались беспорядками. Все общественное мнение страны требовало окончания африканских дел и немедленного оставления стоящей столько крови сынов Италии эритрейской колонии. Так закончилось Адуанское сражение, результатом которого было почти полное уничтожение регулярных войск Великой Европейской державы полудикими полчищами абиссинцев. Причины этого редкого явления многочисленны. Например, одна из таких это чрезвычайно быстрое наступление абиссинцев, что парализовало все преимущества вооружения итальянцев, так как период артиллерийского и оружейного боя был слишком незначителен. Как вы можете видеть, эта война потрясла всех. Конец цитаты. К тому же Италия Первую мировую войну начинала на стороне Германии и перемкнулась к ее противникам и за весь период боевых действий итальянская армия потерпела сокрушительное поражение буквально в каждой наступательной инициативе и сражениях. Двигаемся далее. Фашистская Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Гитлеровской коалиции. Итальянская армия воевала на юге Франции, в Северной Африке, в Греции, Югославии и даже на Восточном фронте против СССР. За период с 1940 по 1943 годы под итальянской оккупацией находились части территории Франции, Югославии, Греции, а также захваченная в 1939 году Албания. В результате Италия потеряла все свои колонии в Африке и итальянский остров Сицилия. Фашистский лидер Италии Бенито Муссолини был арестован итальянским королем, после чего новое правительство этой страны заключило перемирие с США и Великобританией. Словом, поражение за поражением. И это так в двух-трех словах. Вопрос. Как и чему можно учиться у этой нации? Но не подумайте, что я запланировал перечислять лишь поражения и провалы Италии. Как уже сказано, цель – докопаться до истины и описать прикладной аспект фехтования. Итальянское государство, вступая во Вторую мировую войну на стороне Германии, обладало очень серьезным техническим потенциалом. Кто его обеспечил? Потомственный дворянин – Военный до мозга костей Валерио Боргези. В Италии есть выражение, чтобы вас похоронили в базилике Святого Петра, нужно быть либо Валерио Боргези, либо папой римским. Валерио Боргези прошел путь от лейтенанта до капитана второго ранга, выдающийся организатор в военно-морском флоте, не случайно называли черным князем. Человек, которого боялись все. Идеолог, конструктор, тактик, командир. Все это в одном человеке. Такого героя Европа не видела уже давно. Валерий Баргези написал книгу «Десятая флотилия Масс», которая начинается с главы «Как зарождалось новое оружие». На протяжении всей книги он рассказывает о том, как вооружение перестраивалось и становилось мощным. Цитата. «Вступление Италии в войну застало меня на должности командира подводной лодки «Ветер Пизани», приданной флотилии, базирующейся на Аугусту. Это был старый корабль с сильно изношенными механизмами и корпусом, в который повсюду просачивалась вода. После неудачного похода в августе к Александрии, который стоил нам подводной лодки Ириды, торпедированной самолетом в заливе Бомба, шла активная подготовка к новой операции. Две подводные лодки «Гондар» и «Шире» были переоборудованы в транспортеры штурмовых средств. Исходя из личного опыта, я внес ряд других усовершенствований. Конец цитаты. Валерия Баргези обнаружил множество технических недостатков в вооружении, которые экспериментальным путем устранял, тем самым создав самую мощную флотилию. Так появился не только новый способ подрыва торговых судов, но и соответствующий уникальный механизм – оружия огромной эффективности. Это описано в главе «Первый успех человека, управляемых торпед Гибралтар» 20-21 сентября 1941 года. Интересно, что в детективном кинофильме студии Давженко «Их знали только в лицо» показано, как в порту оккупированной немцами Одессы действуют итальянские боевые пловцы под командой некого князя, капитана первого ранга Виторио Дель Сарто, прототипом которого и был Валерио Боргези. Он отказывался подчиняться немецкому командованию. Но это так, к слову, заметки на полях рукописи. Главное в данном случае, даже с такими выдающимися личностями и средствами, армия Италии не добилась больших результатов на полях сражений. Как видите, неспроста я привел слово «итальянского» в названии данной книги и не случайно перечеркнул его. Уроки испанского фехтования не итальянского. Определенно так. Как бы иронично это ни звучало, но основные повторяющиеся неудачи и поражения итальянской земли начались после возникновения объединения итальянского государства. До этого одна часть Италии принадлежала Франции, другая Испании. Кроме этого существовало множество отдельных торговых и морских республик, в числе которых Венеция, Пиза, Флоренция и прочие. Таким образом, говоря об Италии с точки зрения воинского искусства, мы как бы подразумеваем Испанию, завоевавшую во времена Карла V буквально две трети всего мира. Говорили, империя, над которой никогда не заходит солнце. Мол, настолько она была обширна, что всегда над какой-то ее частью территории светило солнце. Первоначально фраза касалась именно Испанской империи xvi 17 веков. Так, собираясь отправиться в Италию за знаниями, опытом и умениями, необходимо четко понимать, что учиться вы будете не у итальянцев, а у потомков испанцев. Безусловно, кто-то из оппонентов может со мной не согласиться, заподозрив предвзятости к итальянскому государству. Между прочим, зря. Наука и предвзятость несовместимы. Для ученого есть только факт. А факт – самая упрямая вещь в мире, как сказал Михаил Булгаков устами одного из героев «Мастера и Маргариты». Говоря о потомках Испании, я ссылаюсь на криминальную традицию, которая была оставлена, спрятана и как бы забыта на юге современной Италии, опять же в силу возникновения итальянского государства. Структуры эти скрылись от закона, но не утратили своей силы и могущества – чью историю, культуру и опыт мы исследуем более пяти лет. Речь идет о преступных организациях «Мафия Камора Индрангита». Эти структуры и включают в себя важный и, можно сказать, бесценный опыт работы на оккупированных территориях, который представляет для нас большой интерес, в частности, с точки зрения фехтования. В составе этих организаций изначально находилось преимущественно испанское дворянство. Оставшись на оккупированных территориях, эти люди не имели другого выбора, кроме как использовать возможности предшествующих организаций, а именно рыцарских орденов в виде профессиональных спецслужб того времени. Это были люди, прошедшие многолетнюю службу на различных континентах, а также множество колониальных и завоевательных войн, что требовало высочайшего уровня подготовки в области воинского искусства фехтования. Скажу честно, что я долгое время не хотел браться за труд о неаполитанском стиле испанского фехтования считая, что исследовательская работа еще не окончена. Но пришло время обобщить знания, а значит я готов поделиться с вами не только результатами многолетних исследований и взысканий в области испанского фехтования, но и тем, как проходил этот путь, почему и какие совершал шаги. Испанское фехтование в большей или меньшей степени легло в основу большинства современных боевых систем. Прошу обратить внимание, речь идет не только о традиционных видах фехтования. Возьмем известные сегодня всему миру филиппинские воинские искусства. Почему? Все просто. На территории, подобной Филиппинам, невозможно условия для создания отдельного воинского искусства. У людей на этой территории задачи совершенно другие. Объясню более подробно. Все воинские искусства в мире мы могли бы условно поделить на две категории. Первое. Воинское искусство, которое культивируется профессиональными военными. Они служили в армии, проходили боевую подготовку, изучали навыки боевых систем. Затем, вернувшись со службы, эти люди сохранили определенные знания и навыки, которые впоследствии могут редуцировать и передавать. Так появляется деревенское боевое искусство или боевое искусство простолюдинов. Именно у простолюдинов могли появляться знания и навыки о воинских искусствах из армии или из семьи. Например, дед служил в армии, затем чему-то научил отца, а отец, в свою очередь, обучал сына и так далее. Не могут крестьяне придумывать и создавать воинские искусства даже с целью защиты собственного хозяйства и семьи. Их главная задача ⁇ добыть необходимое количество еды, чтобы прокормиться. А значит, кроме ведения хозяйства, их основную деятельность составляет охота и рыбалка. Как вы понимаете, воинское искусство не поможет в охоте, соответственно, в нем нет необходимости. Они живут определенным укладом. Вся жизнь этих людей подчинена добыванию пищи, что делает их отменными охотниками, но совершенно никакими воинами. Войны, экспансии и завоевания – это не среда интересов деревенских людей, простолюдинов, аборигенов, назовите их как угодно. Воинское искусство крайне необходимо государству, которое намерено завоевывать территории. В этих условиях нужно готовить военных, солдат и офицеров. Необходима армия, которая будет воевать, защищать свою страну и завоевывать новые территории. В определенный исторический период все богатства и прибыль были построены на завоеваниях. Проще говоря, одни люди отбирали территорию и имущество у других. Другой формы приобретения ценностей просто не было. Исключением были лишь рынки, на которых люди, как правило, продавали результаты своего труда, выращенные культуры, скот, а также продукцию ремесел. Но эта деятельность не имела какого-либо отношения к воинскому искусству, разве что и отчасти кустарное изготовление и продаже оружия. Одним из первых видов бизнеса, где люди сами ничего не создавали, можно по праву считать работорговлю. В постижении и совершенствовании воинского искусства нуждались люди, которые могли сказать, что война – это их работа. То, с помощью чего они добывали свой хлеб насущный. Деревенскому человеку нужно, чтобы урожай вовремя зашел, чтобы скотина не сдохла, и при необходимости защитить свое хозяйство. От кого, чего, от капризов погоды, от таких же деревенских людей, как они сами, а от недобрых пришельцев, профессиональных солдат или рыцарей было совершенно невозможно. Силы и навыки совершенно несопоставимы. На страницах этой книги мы будем говорить именно о профессиональных военных, людях с дворянским происхождением, имеющих рыцарские статусы. Эти люди говорили о войне как о работе. Они не только прошли бесчисленное количество войн, но и сумели остаться в живых. Что самое главное, к таким людям следует прислушиваться. Их опыт и навыки надлежит исследовать. Но на этом пути у меня, как у ученого, возникло немало препятствий. Дело в том, что в период возникновения итальянского государства в 1861 году неаполитанский стиль фехтования становился все более тайным и засекреченным скрывшись в недрах уже криминальных организаций внутри оставшихся дворянских семей. В условиях новых обстоятельств повсеместное обучение воинскому искусству стало невозможным. Криминальным структурам было необходимо укреплять свои силы, завоевывать авторитет, воспитывая и обучая лишь своих людей. Мафия, комора Индрангита, а также воинское искусство, стоявшее на их вооружении, стали категориями, о которых вслух не говорят. По сей день занятие фехтованием профессиональное обучение воинским искусством возведено в ранг тайны на юге Италии. Сегодня, даже имея желание и возможность учиться, найти достойного учителя, действительно обладающего знаниями и навыками истинного испанского фехтования, практически невозможно. А если такой учитель и есть, то заставить его делиться своими знаниями будет весьма сложной задачей. Для обычного человека это попросту невозможно. Именно в этой точке оказался я в начале своего исследовательского пути. Однако люди, знающие меня лично, скажут вам, что для меня не существует нерешаемых задач, и об этом мы будем с вами говорить на страницах книги. Сноски. Первое. Франциско Лоренс де Радо. Рыцарь Ордена Святого Сантьяго, военный, писатель, мастер фехтования, 1700-е годы. Лоренс де Радо написал ряд трудов о фехтовании, в том числе «Защита истинной науки об оружии», в которой он написал историю возникновения европейского фехтования. Данный трактат также содержит немало тайн, знания которых сделает человека свободным от ложных представлений и обманов тех, кто пытается нажиться на малой осведомленности других. Более того, у автора первоисточника «Рыцаря Ордена Святого Сантьяго» написано немало других трактатов, буквально ставящих крест на многочисленных гипотезах, заявлениях, трудах об истории и происхождении европейского фехтования. Нет более свободного человека, чем тот, кто знает правду, писал Лоренс Дорадо. Сноска 2. Книга гусар на верблюде ВС Пикуль. Это произведение написано Валентином Пикулем по историческим очеркам об офицере, ученом и религиозном деятеле Александре Ксаверьевиче Булатовиче который в 1896 году добился своего включения в члены российской миссии Красного Креста в Эфиопии, где стал доверенным лицом Негуса Минелика II. В книге описывается Итало-Эфиопская война 1895-1896 годов или Абиссинская война, война между Италией и Эфиопией, завершавшаяся победой последней. Один из редких случаев успешного вооруженного африканского сопротивления европейским колонизаторам в XIX веке, в результате которого независимость Эфиопии была признана сначала Италией, а затем и другими европейскими державами. Эфиопия сохраняла независимость вплоть до Второй мировой войны с Италией в 1935-1936 годах. Интересно, что Негус Менелик и его война с завоевателями фигурируют в 12 стульях Ильфа и Петрова, ставший впоследствии московским извозчиком, русский гусар и граф Алексей Буланов в Африке командовал абиссинским войском того самого Негуса Менелика, разбившего итальянцев. Сноска 3. Книга Валерия Боргезе «Десятая флотилия масс». Фрагмент из главы «Первый успех человека управляемых торпед Гибралтар» 20-21 сентября 1941 года. Считая, что во время войны торговые суда являются важными объектами, мы организовали изучение способов их атаки. Первая мысль заключалась в том, чтобы выпустить сшире определенное количество боевых пловцов, одновременно с управляемыми торпедами, имеющими по 300 кг взрывчатого вещества и предназначенными для ударов по большим военным кораблям. Боевые пловцы при помощи небольших подрывных зарядов должны были взрывать или наносить повреждения менее защищенным торговым судам. После преодоления различных трудностей – выбор одежды, обуви, способы ориентировки под водой в ночное время и так далее – начались первые опыты. Подводные пехотинцы в полном снаряжении маршировали друг за другом по морскому дну, делая переходы до 2000 метров. В дальнейшем вернулись к первоначальной идее Паолучи, награжденного золотой медалью, решив, что значительно больший эффект будет при сближении с целью вплавь. Однако для обеспечения скрытости – нужно было принять особые меры предосторожности. Кроме того, пришли к выводу, что один заряд, громоздкий и неудобный при переноске, может быть выгодно заменен, сохраняя суммарное поражающее действие тремя или четырьмя меньшими зарядами, каждый из которых в состоянии сделать пробоину в подводной части судна. Так родилось оружие с новым способом применения миньяти-2 или чемичи. Это маленький круглый металлический корпус чечевицеобразной формы, содержащий около 3 кг взрывчатого вещества, снабженный резиновым кольцом, которое надувалось из баллончика со сжатым воздухом и обеспечивало присоединение присос его к корпусу. Такой подрывной заряд имел взрыватель с часовым механизмом, устанавливаемым снаружи для производства взрыва в желаемый момент. Три или четыре таких заряда, подвешенных на специальном кожаном поясе, доставлялись пловцом к объекту атаки, прикреплялись к корпусу торгового судна и были достаточно для его потопления. Сноска 4. Мафия Комора Преступные организации на юге Италии. Подробно об исследовании каждой организации вы можете ознакомиться в следующих книгах Олега Мальцева. постук для волков». Исследование сицилийской мафии с поиском ответа на вопрос, как стать боссом мафии. «Вечный двигатель». Криминологическое исследование, которое комплексно рассматривает камору на протяжении всей истории. «Обманчивая тишина». Результаты научных исследований в области калабрийской криминальной традиции Ндрангиты.